Коробка новой зимней серии Winter Chill имеет голографическое мерцание. Логотип серии Winter Chill заключен в граненую шестиугольную розовую льдинку. Полотно состоит из разноцветных голографических треугольников. Внутри нас ждет 25 сюрпризов, фэшн-кукла и ее маленькая сестра. Кстати, а вот и она! Это малышка Baby Cat, будто бы застрявшая в этой льдинке и кричит «Помогите!». Она ждет, чтобы мы ее распаковали. Надеюсь, в твоей бутылочке налит горячий чай. Baby Cat, скоро мы освободим тебя из ледяного заточения. Сбоку коробки милый арт Baby Cat. Она вся такая оранжевая, может быть, это был ее костюм на прошедший Хэллоуин. Кстати, если вы пропустили мой предыдущий DIY, посвященный этому празднику, я рекомендую вам посмотреть его и взять на заметку полезные лайфхаки. Внизу мы видим всех персонажей этой серии. Скажу вам по секрету, что следующая на распаковку будет красотка Big Wig. И мы узнаем, какая она богачка, и пересчитаем ее денежки. Мы с сестричками готовы устроить классные зимние каникулы. Мы ищем вайбы и пространство для творчества на вершине мира, где блестит снег и не ловит Wi-Fi. Давайте же оденемся в наши удобные наряды и отправимся в крутое зимнее приключение. Коробка с куклой оформлена как настоящий подарок. Здесь даже есть подарочная ленточка. Мне очень нравится фирменный лимонный цвет Мисси Мяу. Имя Мисси Мяу написано сбоку на коробке. Посмотрите, какая забавная здесь буква О с рожками чертика. Также у коробки есть золотая ручка, которая очень красиво дополняет подарочный образ. Сейчас Мисси Мяу не показывается нам за желтой упаковкой, но стоит нам отодвинуть блистер. Вау, арт тоже не простой, а переливающийся. Мне очень нравится этот арт. Мисси Мяу расправила свои коготочки. Мне уже не терпится достать все сюрпризы этой яркой кошечки. Как интересно работает эта коробка. Она крутится на 360 градусов. На коробке Мисси Мяу оставила нам послание. I do what I like. I'm perfect. Мяуч, я делаю, что мне нравится, я идеальна, мяу. Согласитесь, у этой девочки настоящий кошачий характер. Хорошо, мы рассмотрели коробку, а теперь давайте эффектным способом распакуем куклу, потянув за кончик этой ленты. Мисси, здравствуй! Хоть сейчас и не зима, но я очень рада увидеть тебя в ноябре. Я достала куклу, и посмотрите, какое здесь прикольное зеркало в форме котика. Только вот оно не настоящее, и я не понимаю, почему. Серия ведь не самая дешевая. Ну что ж, Мисси Мяу, хоть ты и не из музыкальной серии, но ты не менее яркая. Прическа Мисси Мяу, я бы сказала, даже экстраординарная. То ли ее такое делает безумное сочетание цветов оранжевого и черного, то ли два пучка на голове. Пучки, ничего не скажу, очень милые. Но вот хвостики, торчащие из пучков, так сильно залачены, что больше напоминают забор. Но я обратила внимание на необычную зону затылка. Треугольная часть отделана флоком и имитирует выбритые волосы с тигриным принтом. Мисси Мяу, а ты у нас оказывается тигрица, а не просто кошечка. Макияж у кошечки просто идеален. Он очень подходит ее скинтону и большим зеленым глазам. Макияж губ вечерний. Такой макияж с блестками можно сделать на новогоднюю ночь. Коготочки Мисси Мяу имеют двуцветное окрашивание. На ногтях чередуется золотой и черный лак. Мне очень интересен ее базовый комбинезон. Он полностью слитный, и я вижу лишь одну липучку сзади. Давайте сейчас я попробую его снять.
розовый комбинезон-сетка с леопардовым принтом. Сзади имеет большой разрез на спине. И мы видим лишь одну липучку на шее. Давайте сейчас попробуем снять комбинезон. Так, я думала, здесь будет хоть какое-то нижнее белье. Но нет, здесь нет ни лифчика, ни трусиков, только нарисованные розовые трусы. Но MGA, вы же обычно делаете красивое белье всем своим куклам. В коробке я нашла один хрустящий пакетик. На нем есть надпись BB Decor и изображена сумочка. Вау, это ободок кошачьи ушки с черными меховыми наушниками. Сам ободок золотистый, а ушки черные, будто бы лаковые. На левом ухе есть пирсинг с двумя золотыми сережками. Материал меха наушников очень похож на натуральный. По виду и на ощупь чем-то напоминает норковую шубу. Я считаю, что Мисси Мяу очень подойдут эти наушники. Внутри пакета был еще один маленький белый сверток. Ух ты! Это круглая сумочка с меховой отделкой. Золотая фурнитура сочетается с другими аксессуарами. Эта сумочка раскрывается, и вовнутрь можно положить маленькую рыбку. Ребята, я тут только заметила, что мех с наушников и сумочки сильно осыпается. Сейчас на моем белом столе это очень сильно заметно. Но у нас есть и другая часть с сюрпризами, которая находится с этой стороны коробки. Ой, какая здесь милая комната с котятками. Я думаю, что это детская комната для Baby Cat. Baby Cat, ты там не замерзла? Старшая сестренка пришла за тобой. Мне очень нравится оранжевый костюмчик Baby Cat. Это девочка, переодетая в кошечку. У нее есть даже кошачий нос и усики. У Baby Cat тоже есть ободок кошачьи ушки, как и у старшей сестры. Давайте откроем оставшиеся аксессуары. После распаковки большого набора Super Surprise с 70 сюрпризами, теперь мне кажется, что аксессуаров совсем мало. Розовая коробочка с аксессуарами. Пара очень необычных сережек. Одна сережка золотой гвоздик, а вторая золотая булавка. Я помню времена, когда некоторые подростки носили настоящие булавки в ухе. А это кожаный чокер с сердечком. Сзади у него золотая пряжка. Кстати, а вы знали, что слово чокер переводится как ошейник? Вот и у нашей кошечки появился стильный ошейник. Еще один аксессуар – это очки. Очки такого молда были у Lolo MG Neonlicious из первой серии. Но, как мне кажется, Мисси Мяу они подходят гораздо больше, так как это форма очков кошачий глаз. И тонкие линзы посередине напоминают зрачок кошки. Следующий бокс – это коробочка с обувью. Посмотрите, какая она красивая. Черная граненая крышка и тигриный принт на самой коробке. Мне не терпится увидеть ее крутые ботинки. Вау! Это крутые ботинки на прозрачной высоченной платформе. Черные ботинки с черным мехом наверху. Шнурки окрашены в серый цвет и сделаны золотистые отверстия. И у нас осталось два пакетика с одеждой. Один с красными языками пламени, а второй с яркими молниями. Давайте начнем с пламени, а то мне уже жарко. Это тигринная мини-юбка. Она сделана из такой ткани, из которой шьют игрушки.
Сверху к ней приделан черный лаковый корсет на шнуровке. Посередине украшены длинным золотистым бантиком. Мне не нравится, как обработан край этой юбки. Он никак не прострочен и будто бы куски ткани сшиты неровно. Ну а так эта юбка разбавляет цветовую гамму Мисси. Мисси Мяу, я уже не понимаю, ты девочка, кошечка, леопард или тигрица, кто же ты? Ребята, помогите мне разобраться и напишите в комментариях, кто же все-таки Мисси? Давайте вскроем последний пакет с молниями. Ребята, простите, я не знаю, почему мне так смешно. Просто это мне напомнило ножки. Такие пухленькие ножки сосисочки. Посмотрите, ими можно пошагать. Ладно, теперь серьезно. Я так понимаю, что это куртка. Естественно, я видела ее уже на промо-фото, но во время распаковки она меня, конечно, рассмешила. Это короткий зимний пуховичок, серия же зимняя, но вот только какой-то он слишком короткий. Мисси Мяу, ты же в нем застудишь спину. Сама куртка сделана очень качественно, у нее хорошее наполнение пухом или я не знаю, что там внутри. По крайней мере, этот пух ниоткуда не торчит, как бывает у человеческих пуховиков. Давайте примерим курточку на Мисси. На удивление, курточка оделась хорошо, без всяких проблем. Только все равно мне хочется ее поправить или оттянуть. Как-то она задирается и не очень хорошо сидит. Коробка новой OMG переливается как северное сияние. Так как эта куколка может стать настоящим новогодним подарком, коробка оснащена нарядной ручкой для ее переноски. Winter Chill – это новая зимняя серия, которая переводится как зимний отдых. Внутри мы найдем 25 сюрпризов, включая фэшн-куклу OMG. Внутри Big Wig не одна. С ней ее младшая сестренка Мадам Квин. Через заснеженное окошко видно, как она блестит. Она может стать настоящей новогодней звездочкой. Ее арт напоминает мне дам 60-х годов, в особенности актрису Одри Хепберн. Имя этой красотки OMG – Big Wig, что переводится как «большой парик». Действительно, на арте у нее очень пышная прическа. Но скоро мы узнаем, настолько ли она пышная на самом деле. В этой серии 4 новые куклы. Big Wig сегодня на нашей распаковке. А Мисси Мяу мы распаковывали в предыдущем видео. Кстати, видео с ее распаковкой вы можете посмотреть у меня на канале. А Camp Cutie и Icy Girl вскоре тоже появятся на моем канале. Мне нравятся эти розовые льдинки. Ах, как же захотелось на каток. Сейчас куколка полностью розовая. Но стоит снять упаковку, и мы увидим, какая она главная новогодняя хотелка. Давайте потянем за розовую ленточку и развернем это новогоднее чудо. Здравствуй, Big Wig! Твой образ бомбезный! У нее действительно длиннющие волосы. Волосы земляничного цвета Big Wig полностью блестящие. Помимо розовых волос, у нее есть светлые пряди у лица и сзади в хвосте. Кстати, посмотрите, в какой интересный жгутик они скручены сзади. Кудряшки куклы сделаны при помощи лака. Такой тренд на светлые пряди у лица – это настоящий хит 2020 года у девушек-блогеров.
мы можем рассмотреть прошивку этой мадам, значит, это все-таки не парик. Ее длинные блестящие волосы собраны в высокий хвост, который к тому же еще обмотан косичкой. А вот и конец косички здесь под хвостом. У мадам большой парик, выразительные синие глаза, пухлые розовые губы усыпаны глиттером. Мушка над губой была настоящим трендом в 60-х годах. Ее рисовали специально тушью аристократичные дамы. Мне кажется, что без этого парика, а просто с шишечкой, Биг Вик была бы похожа на милую балерину. На милых пальчиках этой мадам розовое кольцо с большим драгоценным камнем. Кстати, такое же кольцо есть и у кошечки Китти Кей из серии Ремикс. А вот и она здесь рядышком. Базовый аутфит красотки Big Wig – это черный корсет с лакированным лифом и черные плотные колготки с металлической прострочкой. Колготки – это не отдельный элемент, они сшиты вместе с корсетом. И под корсетом тоже ничего нет, как и у кошечки Мисси Мяу. Впереди еще много сюрпризов, которые спрятаны в этой части коробки. Ее комнатка простая, но стильная. На полу стоят коробки с лимонным печеньем, которые, видимо, девчонки любят уплетать. И главный сюрпризик – это, конечно же, мадам Квин, которая, видимо, сливается с моим фоном. Мадам Квин – настоящая маленькая аристократичная леди. Она вся сверкает и блестит. Ее прическа украшена черным нарисованным ободком. Глазки у нее такие же голубые, как и у старшей сестрички Биг Вик. На шее она носит жемчужное колье. Только посмотрите на эти милые белые перчатки. Ее бутылочка также посыпана розовым глиттером. Давайте перейдем к распаковке этих сюрпризов. Мне очень нравится эта коробочка. Как я говорила в новостных обзорах, что Big Wig любит бренды. Это розово-черная коробочка в полоску, популярные цвета известного бренда женского белья Victoria's Secret. Давайте же узнаем, какие женские штучки спрятаны внутри. Мне попались сережки-гвоздики с черным жемчугом. Кстати, а вы знали, что черный жемчуг дороже белого? Следующий аксессуар – это прозрачные очки с блестками. Видимо, Big Wig много работает за компьютером, и они ей просто необходимы. Кстати, а вот и ее ноутбук. Это же принт Gucci. Вот мы раскрыли закос под еще один бренд. Внутри ее компьютера мы видим график. Вот еще один необычный аксессуар. Как вы думаете, что это такое? Это белый воротничок от рубашки, который у Big Wig, кстати, нет, и черный лаковый галстук. Как вы относитесь к девушкам, которые носят галстуки? На Big Wig этот галстук немного топорщится. Кстати, в этом образе, в корсете и галстуке на голое тело, она больше похожа на официантку из ночного клуба. Следующая коробочка с обувью. Это классические черные лаковые туфли на высокой шпиле. Они будут красиво подчеркивать ножку при помощи трех ремешков. И у нас остались пакеты с одеждой. Это же еще один брендовый принт. Он очень похож на расцветку сумочек Louis Vuitton. Если бы у меня была такая сумочка, я бы вам ее показала. Но мне придется вставить лишь картинку. На этом пакетике напечатаны еще монетки с надписью Big Wig Coin. У нее есть своя монета с ее изображением. Ну что за важная особа? Внутри пакета оказалась розовая меховая накидка. Так, пока она полностью сшита, и я не понимаю, как ее надевать. Наверное, стоит поискать дополнительную одежду во втором пакете. Второй пакет с какими-то графиками, числами и процентами. А вот и тот самый розово-черный полосатый пиджак. Я недавно смотрела фильм про гангстеров, и там они носили такие же. Только, возможно, не розовые. У этого пиджака есть потайная кнопочка, на которую он застегивается впереди. А пуговицы украшены стразами. И как? Что, прям ходить вот так в колготках? Нужно же иметь какое-то приличие. Хорошо, давайте наденем розовый мех поверх этого пиджака.
комплекте с новой куклой Lolo MG идет ее младшая сестренка Baby in the Woods. Кстати, а вот и она за снежным окошком. Бедняжка, наверное, вся дрожит от холода. В комплекте с куклами идет 25 сюрпризов. Судя по надписи, Camp Cutie очень гламурная мадам. На ее коробке преобладают розовые цвета. С этими барышнями мы уже знакомы, осталась только Айси и ее сестренка Бр-Биби. На арте Camp Cutie такая загадочная. Но стоит только снять упаковку с коробки, и мы видим эту изысканную красотку, будто бы только что сошедшую с парижской недели моды. Чтобы открыть коробку, нужно потянуть за веревочку с этой стороны. Вуаля! Какая она необычная! Это первая куколка с темным каре. Хочется поскорее рассмотреть ее красивое белье. Ее сочетание цветов идеально. Макияж с акцентом на красные блестящие губы. Идеально уложенная прическа в стиле див 60-х годов. Кстати, волосы у Camp Cutie на самом деле двух цветов. Спереди волосы имеют шоколадный оттенок, а вот сзади на затылке преобладает черный цвет. Конечно же, чтобы прическа хорошо держала свою сложную форму, ее очень сильно залачили. Такие волосы тактильно не очень приятны, и с ними неудобно играть. Белье Camp Cutie – это базовая белая водолазка с открытым животиком и очень контрастные красные трусики с высокой талией. Сзади трусы имеют небольшой треугольный вырез, а под ними нарисованное белье розового цвета. Ноготочки Camp Cutie черные, в тон резинки на талии. В коробке за самой куклой был спрятан первый пакетик с аксессуарами. Фиолетовый пакет BB Decor. В нем оказались наушники, в которых Camp Cutie слушает подкасты, гуляя по лесу. Также в свертке была найдена сумочка. Это двуцветная сумочка с длинной ручкой-цепочкой. Сумка уже была открыта. Интересно, насколько это безопасно, ведь в открытую сумку в лесу могут залезть белочки? Для тех, кто не верил, показываю. Зеркало сзади коробки не настоящее. Оно не блестит и на нем нет никакой пленки. Ребята, это моя не первая Lolo MG, и я знаю, как выглядит настоящее зеркало. Также в комплекте шли красная подставка и расческа. Такой рождественский цвет. С другой стороны коробки спрятаны остальные сюрпризы. Пакеты с одеждой, аксессуары и сама Baby in the Woods. Только тут она не в лесу, а в гардеробной. Сестренки все-таки очень отличаются. У малышки более спортивный стиль, и она вся такая озорная. А вот и ее термокружка для длинных прогулок по лесу. Мне очень нравятся ее ботиночки, коричневые Тимберленды. Сзади ее красная повязка с бантом расстегивается. И мы видим ее прикольную прическу с двумя рожками. Комнатка у девочек простая, но стильная. Они уже начали готовиться к Новому году. Кстати, я тоже уже купила искусственную елку и скоро буду прикольно наряжать ее вместе с вами. Давайте перейдем к главным сюрпризам, к одежде. Эти витиеватые рисунки похожи на узоры на пеньках. Внутри оказался ее комбинезон. Это двуцветный комбинезон, одна штанина в красную клеточку, а вторая из черной кожи. На груди есть черный кожаный карманчик, куда можно припасти корм для белочек. А сзади мы видим две лямочки и липучку. Второй пакетик с одной стороны похож на лес и горы, а если перевернуть, то можно увидеть сердечки. В нем оказалась теплая куртка.
Она сделана из тех же материалов, что и комбинезон, только вот цвет клетки отличается. У куклы есть теплый белый ворот, по ощущениям это обычная вата. Перейдем к самому противоречивому элементу одежды Camp Cutie, а именно ее обуви. Эти розовые ботильоны по цвету совсем не вписываются в ее образ, но мне очень нравится их бархатная отделка. У них даже бархатные шнурки, а платформа обычная резина. Коробочка с аксессуарами похожа на ледяной снежок. Это тот самый черный берет Camp Cutie. Сшит он очень качественно из материала искусственная кожа. Он выглядит достаточно широким, значит проблем с надеванием не возникнет. А вот и ее стильные очки. Именно берет и очки создают ей образ француженки. Также в свертке лежали сережки, серебристые кольца. А вот и сам плеер, с которым Camp Cutie не расстается. Давайте сразу подключим его к наушникам. Наденем все ее стильные аксессуары. Но если честно, то без очков мне нравится гораздо больше. Коробочка Winter Chill вся искрится, как бенгальские огни. Внутри нас ждет 25 сюрпризов, фэшн-кукла и ее младшая сестра. Icy Girl, ледяная девочка, и Brr Bibi. А вот и она. На арте она просто милейший ребенок. Коробочка Icy Girl синяя, как ледяной замок Эльзы. Со всеми остальными куколками мы уже хорошо знакомы, осталась только главная Снегурочка. Icy Girl или Icy Girl, произношение выбирать вам. Я произношу и читаю так, как написано на коробке. В американском английском сейчас больше употребляется girl. Эта куколка может стать отличным новогодним подарком, ее коробка очень хорошо будет смотреться под елочкой. Сейчас Айси больше похожа на снежный ком, нежели на куклу. Давайте уберем с нее эту таинственную пленку. Вау, Айси, ты такая красивая уже на арте, какой же будет сама кукла? Ее волосы такие объемные, что они даже не поместились на арт. А какие милые веснушки-снежинки на ее щечках, никогда таких не видела. Чтобы открыть, отклеим голубую ленту здесь. Это мой любимый момент, когда мы можем увидеть саму куклу. Айси, ты какое-то новогоднее чудо. Это действительно Снегурочка из сказок, может быть только в более современном костюме. Ее волосы это мятная сладкая вата. А так выглядит покой Снегурочки. Прическа Айси – это два мятных хвостика, похожих на облака. Они собраны двумя резиночками в цвет волос и разделены прямым пробором. Челочка Айси такая же пушистая и кучерявая. Посмотрите, как выглядит сочетание темного скинтона и синих глаз. Макияж Айси будто бы сделал мороз на лице. Румяные щечки и носик выглядят очень мило. Теперь мы можем поближе рассмотреть ее необычные веснушки. 5 звездочек на щеках с одной и с другой стороны, а завершают макияж блестящие губы. У Айси очень уютный зимний костюмчик в скандинавском стиле. Шерстяные шортики в двух цветах, с сердечками и надписями LOL OMG. И кофточка с рукавами, которая оголяет животик. К рукавам пришиты черные перчатки с открытыми пальчиками. На ногах очень красивые белые вязаные гольфы с подворотом. Наверху есть полосочки в цвет костюма. Белые гольфы создают красивый контраст с темным скинтоном.
Настало время сюрпризов. Сейчас я покажу, где они прячутся в этой коробке. Среди сюрпризов обнаружилась и малышка Бр-Биби. Как же она похожа на свою старшую сестренку. У нее тоже есть веснушки и сзади мятные хвостики, только не такие пушистые. У этой девчонки есть свой аксессуар. Розовая кепка с меховыми ушами. Правда, я не знаю, насколько такая кепка может согреть зимой. Возможно, горячий напиток ей поможет согреться. На стаканчике есть имитация картонной накладки, которая не дает обжечься. Также мне очень нравятся ее розовые уги. Комнатки у этой серии, к сожалению, совсем какие-то неинтересные. Лучше бы они сделали ледяную горку, а не эту тумбочку с подушкой. Бр-Биби очень рада встрече с сестренкой. Теперь они как одно целое. Время зимних аксессуаров. Этот большой пакет с одеждой очень напоминает мне пакет сгущенного молока. Вы так не считаете? В нем оказались зимние штаны. Я почему-то думала, что это будет цельный комбинезон. Но это отдельные ватные штаны трех цветов. Молния посередине декоративная, сзади голубая переливающаяся ткань. Штанины с поперечной прострочкой и липучкой для удобного надевания. Второй сюрприз-пакет тоже в цвете комбинезона. В нем оказалась зимняя куртка. Расцветка такая же очень яркая, как и у штанов. А на рукавах белый пушистый мех. Ну точно одеяние Снегурочки. Внутри куртка с утеплителем. Наша Айси не замерзнет на горнолыжном склоне. А сзади через петельки продет розовый поясок. Перейдем к обуви, ведь у нее должна быть соответствующая зимняя обувь. Так-так, ну что-то пошло не так. Это же ковбойские сапоги Lone Star, но только в другом цвете. Они больше похожи на хрустальные башмачки Золушки, а не на сапоги для зимних развлечений. Рассмотрим Айси в ее собранном зимнем костюме. Как же хочется заменить эти прозрачные ковбойские сапоги на какие-нибудь зимние уги. Также у нас осталась коробочка с аксессуарами. В которую положили какую-то белую вату. Это не вата, это белая шапка-ушанка. А на концах ушек у нее серебристые тесемочки с бубончиками. Посмотрите, какая она пушистая! В такой шапке точно будет тепло. По диаметру она достаточно широкая, вроде бы должна налезть на голову куклы. Также в шкатулке были очки-авиаторы апельсинового цвета. В комментариях меня спрашивали, зачем же кукла в очки зимой? В солнечный день снег очень сильно блестит. И это мешает спортсменам на горнолыжном склоне. Поэтому очки улучшают обзор и защищают глаза. Из украшений нам положили ожерелье, но не положили сережки. Я очень огорчаюсь, когда нет сережек. Такое ощущение, будто бы чего-то не хватает. Попробуем примерить меховую шапку на Айсе. Да, из-за ее объемных волос шапка держится очень плохо. Буквально просто лежит сверху. Но думаю, если распустить кукле хвостики, тогда, возможно, она сядет хорошо. Встречайте Айси горнолыжную Снегурочку! А сейчас вас ждет бонусный кадр. Айси Гарл в вечернем новогоднем платье. Как вам такая Айси? Куколка Айси – самая милая и пушистая Снегурочка этой серии.
Вот мы закончили распаковку и собрали всю серию LOLMG Winter Chill. Я очень рада, что вы были со мной на протяжении всех распаковок. Знаете, после того, как я собрала всех 4 кукол, у меня сразу же появилось новогоднее настроение. Я прям будто бы почувствовала хруст снега и запах мандарин. А это, я считаю, хороший показатель для главной новогодней серии. Напишите в комментариях, есть ли у вас новогоднее настроение и какая куколка из зимней серии Winter Chill понравилась вам больше всего. Но на этой серии распаковки не заканчиваются. На моем канале не только распаковки кукол LOL, как многие подумали. У меня еще много кукольных новинок, которых вы даже еще не видели на русском YouTube. Так что ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые распаковки. А также посмотрите видео из этих рекомендаций. С вами была Соната Dolls. Коллекционируйте любимых кукол. Увидимся! Пока!